Всем привет, друзья, с вами я, тренер Гамби, и со мной сегодня Ваня. Всем привет. Ученик. И ученик Влад. Всем привет. Мы сегодня, сегодня мы будем учить, я буду учить их делать анимации по SFM. И вас да, немножко... Я могу, кажется, даже вернуться на канал с анимациями. Ну, сделать, и буду делать на этом канале. Да, как видно по его тарке, он будет делать прыжки бедитачков. И не только. Так, Владик, я тебя просил что-то делать. Владик будет прокресс делать. Ну вот, так. Анимацию. Значит, все заходите в SFM. Да. Точнее, на мою демку. Блять, да, я вижу. Так, видно, да? Угу. Вы все нажимаете сюда плюс и create animated set for new camera. А, мы не видим. А, не, подожди, мы не до того зерим. Подожди, так, я... Сюда так, я не... нажмите плюс. И самое первое выбирайте. Так, ага, выбрал. Так, Влад. Угу. Зажимайте её в столбике. Зажали? Камеру. Типа, где столбцы, где она тебя выделила на белом. Так, зажимаешь и переносишь ее. Не, Олег, ну-ка мышь зажимаешь. И переносишь её, да? Так, Ваня, сделал? Да, так сделал. Дальше жми, просто... Владик, на где таймлайн, жми на оранжевый такой. Где самый первый не нужен пока что, вот таймлайн. И все, камеру перетаски. Отдаляйте, знаешь как. Угу. Так, скажите, я готов, когда все, уже готов. Все готово. У меня готово. Ваня? Я тоже. Заходи на камеру. На демку. Называйте как хотите. Так, заходим теперь в тайм, где в таймлайн, заходим вот в эту волнистую. Заходите. Зашел. Ваня. Да, так, тоже. Заходите. Дальше жмете. Я на F11 нажал. Вы смотрите, да? Ага, смотрим. Так. Дальше мы жмем. Так. По ней правой ногой мыши. И нажимаем вот сюда. Шофады? Нажали? Ага. О, подожди, куда? Ну-ка, Владик, зайди. А, подожди, я все нажал. Так, Ваня тоже. Нет, Ваня, ты не нажал. А, подожди, так у меня было нажато. Так, все, молодец. Так, а что? Сразу, блин. Так, все, извините. Так. Давайте. Дальше жмем плюс. И добавить новую модель. Нажмите на F11. Модель. Точно. И дальше жмите. Владик, нажми на F11. Мультфильтр. Я знаю, я начну. Мультфильтр, играть. Точнее, жмите вот сюда, на воркшоп. На воркшоп. И подождите. Вот выбирайте любое. Стопы, я еще не сделал. Сегодня модул. Так, воркшоп. Влад, именно внизу выбирай. Воркшоп, ага, выбрал. И что, Герман? И листай, выбирай там модель какую-нибудь. Любую, да? Пипа! Именно игрока. А, игрока именно? Боссана. Так, берем. Ма, попробуешь? Model. Mortal Kombat X. О. Characters. Scorpion. Это я туда случайно эту штуку принял. Так, ладно, что дальше? Я добавил. И попробуй вот это. Это персик. Газированный. Герман. Даже моей маме не понравилось А4. Да. Так, вы все добавили модель игрока? Да. Нет, подожди, я ищу еще модель игрока. Влад, это еще такие. Вот, ну там нажми на бот. Вот, во втором, где самая верхняя бот. Да, ищи тут. Ищи. Тут так, А стой, в ботсах нажми на плюс. И выбирай там вроде плеер или босс-бот. Вот, выбирай какие-нибудь вот названия сразу. Engineer, например. Heavy Boss, Pure. Скелетона хочешь? Сейчас. Сейчас добавлю. Так, дальше. Так, Ваня, видно, да? Смотришь? Стой, мне надо поменять настройках тут. Я хочу, чтобы... Так, видео... Нет, подожди. Ваня, мы не отвлекаемся от занятий. Ладно.
Я вот моё будет это. Вот это. Так, Ваня добавил игрока? Да. На демке, да? Все. Подожди-ка, я вот добавил. Ага, даже жмите камера 1 вот снизу. Вот, получается. Камера вот. 1. И ага. Отводите. О, вор камера. Скажете все, когда твой, отводите. Эй, подожди, а где мой? Где мой скорпик? Скажете, когда отведете. А как, я уже давно отвел, а как его передвинуть-то? О, все, всё, подожди. Так, все, вы все на демке? Угу, подожди. Все, я поставил. Так, дальше. Вот видите, вот, например, тут место моего ника. Тут имя вашего этого челика, да? Да, да. Жмите вот сюда. Вот видите боди, жмете сюда. И второй в списке. И вот выбирайте тут, какой, каким хочешь передвигать. Я, например, точкой, вы как хотите. И сами его на землю. Ой, нет. А, я не то. Его придется только, пацаны, стрелочками, поняли? Как его менять? Что? Как его вниз? Ваня, знаешь, смотри. Стой, не-не-не-не-не, стрелочки, не этой. Стрелочки. Это рядом с этой, с поворотом. О, стрелочки. Получилось, Ваня, получилось. Стрелочки! Ну где поворот ты выбирал? Герман, чекай. Где вот? Где, типа, ты выбирал точка и поворот? Подожди. Рядом с таймлайн. Что ты делаешь? Я тупой! Ты же убьют. Быстрее восстановляйте, даю на это 10 секунд. Блядь, как я все успею это сделать? А даже ты даже камеру не добавлял. Я её добавлял! Я просто ее нечаянно удалил. Герман, чекай, нормально? Ну ты проверь с воркшоп камеры. С ворк, точнее, камерой, ворк камерой. Нормально ли он стоит на полу? Ладно, делай как тебе удобно. Так, у тебя нормально. Ваня. Вот так в камеру смотрит. Сейчас вернем какого-то вот другого, сейчас поставим. Вань, почему именно это? Вот нажми сверху, вот где видишь такая это, в самом верху, серая выделена. Самое главное, серая. Да, да-да-да, ты камер, ты мышкой наводил. Сейчас надо Ваня объяснять. Так, дальше жмете. Если у вас вот так стоит персонаж, это все нормально. Если вот здесь все вот это, пацаны, это все ок. Да. Так, сейчас я проверю, не наклонен ли. Как будто бы на лекции в университете. Так. Это мы можем пока что скрыть, или как вы хотите. Дальше жмем. Лекс. Лекс. Вот это, типа, и да? Жмите на самое первое. Это чтобы поменять левую или правую ногу. Все, давайте меняйте. Я уже поменял, я уже жду. Так я, а вот так у меня без ног, челик, как бы. А я права. У меня без ног. А тебе тогда, Владик? Тебе тогда, Владик, с руками. Я знаю, вот. Армс. И тут левая и правая, да? Биг, так, нажми первую. И вот там видишь, где таймлайн? Где таймлайн? Таймлайн. Где ты выбирал, типа, эти штуки? Да, и... Нет. И вот сверху видишь это? Где стрелочки, вот. Да. Все, давай, меняй. Выбирай, как тебе удобно. Герман, я, короче, я что-то делаю. Выбирай, как тебе удобно, Влад. Герман, я ногой поворачиваю. Не, Ваня, я говорю тебе, сделай удобную позу. Ну, именно ногой одной. Ну, вот так. Тебе так удобно? Угу. Заходи обратно на демку. Так, Владик, я сказала, что одной рукой, только одной. О, скелетик, он скелетик. А если хочешь поменять ему эти сустав, жми на второй. На второй. Нет, не тут. Я в костяк. Блин. Так жми вот это, да? И в костяк. Второе. И жми опять на кружочек. Ну, типа, где? Да? Чтобы разворачивать. Не-не-не-не-не, ты чё? Да, вот. Стой, на третье нажми. На третье. А, вот, все.
Это чтобы сгинать. А, ты хочешь сделать приветствие, да? Угу. Все, все. Не двигай. Не. Побольше позу поставь. Так. Все. Заходи обратно на камеру. На демочку. Хорошо. Ладно, демочку. Все зашли ко мне на демку? Ага. Да, зашел. Влад, да? Да, да, да. Так, дальше. Вот теперь для Вани. Влад пока может расслабиться. Вот Arms, жми плюс и выбирай самое первое. И выбирай нормально руки. Давай, Ваня. Блять, на рука! Ваня, для кого создана work камера? Чтобы приближать. Смотреть, как ты делаешь. Так, ладно. Вот так вот надо сделать. Я бы тебе советовал лучше начать с того, как он машет. Как Влад, типа, привет. Вот так вот, да? Вначале сделай, типа, у него рука смотрит в правую, ну, в другую сторону, короче, поперек. Так. Так, дальше все. Заходи теперь в этот таймлайн, где волнистая линия. Жми плюс. Плюс метка. Даже плюс вот тут. Да, так, Владик. Я тут еще делаю немного. Давай поправляем руки. Не, если он одной хочет, тогда пусть он одной и делает. Что, зачем? А, типа чили, да? Чили, чилит. Не. Одной рукой вот так вот башку, а другой привет. Не, он чилит, нет. Да. Так, ладно. А, нет, я придумаю. Да, так, Влад, все, тихо. И, Влад, вот эту синюю стрелочку снизу, так, на демку зайди. Все, подожди. А что он будет делать? Чилить. Ага, дальше, Влад, зайди на демку. Теперь Ваня чилит. Влад. Хорошо. Так, дальше. Теперь я чилю? Да-да-да. Сейчас, так, тоже... теперь я должен, да, сделать? Как не, я говорю, ты... Не-не-не-не, ты просто пока отдыхаешь. Так, Влад, и дальше вот эту фигню видишь, да? Угу. Ты передвигаешь. Вот на середину, например, вот где один. Жмешь плюс, и потом передвигаешь вот сюда, и делаешь другой действие. Этой рукой, понял? Я еще раз, можно? Я ничего не понял. Да смотри, вот у тебя тут стоит отметка, да? Проверь. Да, вижу. Ну, подожди. Да, стоит. Так. Теперь ты передвигаешь на где написано 10. И ставишь. Герман плюс метку, тебе метку. Написал вот это, опять, да? Пидор. Герман тебе опять пидор написал. И вот тут, да? В стиме, в стиме. Я знаю. И вот так. Тут, да? Да, на середине делай уже другой десной рукой, типа, чтобы он уже в другую сторону ее мотнул. Норник. Я знаю, что я сделала. Я сделала так, что я как будто челик начал падать. Что он делает? Он типа падает. Логично. Подожди, мне тоже так жить, Герман, делать? Не-не-не, Ваня, я же говорю, ты пока отдыхаешь. А да, ладно. Смотришь. А на как наши... как обратно сделать? Не понимаю, что рукой его. У тебя уже нормально. А, ну тогда жми на третью. И вот убирай. Не, вот с этой че рукой. А, это так должно быть, это его тело. Так, Влад, лесни на самый первый этот отметок, чтобы ничего не сломалось. Я не хочу, чтобы было что-то сломано. Ну вот тут? Да. На самый первый отметок. И все, жми и произведите. Ну-ка смотрим, Ваня. Смотрим. Вау, круто. Первое дело нормально. Все, дальше вот на этой что-то сопне как раз и продолжай. Так, теперь Ваня. Так, теперь дорогой я не знаю, Ванечка. Я хочу как-то сделать...
Теперь я, так, я видел. Сделаем как... опять поперек, так. И теперь передвинь, я тебе говорил. Бам, нафиг. Передвинь на середину. На серединку вот так вот. Нет, я не про руку. Про руку поперек опять сделаю. Вот синюю, вот опять один на камень на дымку. Ко мне на дымку. Так, вот эту штуку ты передвигаешь на середину. На, вот, например, на одного или какая у тебя там совремяешь плюс. И передвигаешь эту синюю фигню вот до середины. Ага, да, одинка. Плюс. И что дальше? Плюс, 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 плюс. И на середину. На середину. Подожди, я правильно выставлю. Ага, поставил. На середину. Так, теперь делаю уже, чтобы он уже чуть выше поднял. Чуть выше поднял руку. Я тоже захотел делать приветствие, пацаны, как вы. Блин, я поворачиваю руку не так. На среду. Так. А, ну да, дальше. Так, ну вот так вот, типа, я сделала. Мы уже письмена сделали, мы в классе. Так, подожди. Смотрим, что у меня получилось. Так, операр. Хендвод. А как потом сделать? Теперь вот сюда на десятку, да, снова переводить? О, круто. И покажем. Герман, дальше. Все, показывай. Так, теперь делай в исходное положение. Исходное положение? Ну, руку, как? Да, руку. Тика, так, жми на один, на самый первый, в боди. Ой, в какой боди? В арм. И вот, давай на исходное положение. Бам, блин. Во. И все, и смотри с самого начала. Типа мир перемотай эту штуку. Вот, которая движется, перенеси ее. Ты так не смог. А, ладно. Давай, начинай смотреть. Молодец. Ваня прошел тренировку на руки. Смотрим. Гладик. Наконец-то, найс. Так, ты ее можешь сохранить. Не знаю, делай, что хочешь с ней. Так, Влад, покажи, что у тебя пока получается. Сейчас покажу. Он медленно очень делает. Вань, ну не так же быстро. А. Ну ладно, пофиг. А, не, вот это вот... Я потом побыстрее сделаю. Что, Ваня? Просто, Владик, просто немножечко побыстрее мышкой веди, и все. А то они так медленно. Не-не-не, вот, Ваня, если он боится, то ладно. Да, если он, да, боится, то тогда да, а я не боюсь. Вот, Ваня, Ваня, чекаешь? Он сейчас карман засунул руку, как будто бы. Вань, смотришь? Да. Смотри, вот у меня, вот у вас нормально, у меня вот так, смотри, прям все быстро и тщательно. Да у меня тоже так же. Не, у вас быстро. А у меня вот так вот, прям, смотри, у него должна вот так вот рука отскочить, будто он так вот приветствовал. Вы еще этому не научились. Но я вас научу. Да. С каждым уроком все будет лучше и лучше. Вот, смотри, Ваня, вот, смотри, я сделал ему быстренько перемещение. Подожди, головы. Я сейчас попробую еще ему что-то с головой. Сейчас, Ваня, смотри. Стой, да, вот как раз-таки про голову, еще. про голову, смотри. Вот как раз-таки я ему еще голову так вот, смотри, оп, и он уже смотрит на сюда. Он поприветствовал кого-то там, и вот, повернул голову сюда. Так, а ну-ка, я сейчас сделаю ручку. Так, нажми, так, голова. Жми на боди. Фингерс, это фингерс. Не, на боди. Это в боди? Нек, спайн. И выбирай предпоследний. Нек. Да, вот. И выбирай, как ты хочешь её делать. Так, мне надо сейчас ее поставить на одну. Ё-моё, ученики молодцы. Всё на однёрке поставлено. Влад, покажи анимацию. И на нуле поставить. Стой, стой, покажи. Так, вот так вот.
Так, ну, вы основную тему поняли, да? Угу. Так, и на данный момент ученики получают все 5. Да, да. Подожди, Герон, я еще немного делал так, чтобы он головой поворачивал. Ваня сдал тоже. Обоим вам ставлю 5. Спасибо. За первый урок. Ну что, ура! До скорой встречи, пацаны. Давайте. Всем пока! Эй, говори я пока, я же это. Я же урок веду, давайте. Это запись. Всем пока. Всем пока! Всем пока!